Вот, всем привет! Очень рада вас видеть. Мы собрались в таком чудесном доме на живые встречи, вот пока группа собирается. Чем эти встречи? Я планирую это все делать хотя бы один раз в месяц, то есть встречаться вживую, и в то же время у нас есть люди, которые находятся сейчас, Таня находится в Канаде, а другие, Наташа даже на Украине находится, то есть все настолько разбросаны и заняты в других местах. Вот Фируза обещала прийти, она находится здесь, в Лос-Анджелесе, в Глендейле. Вот, так что это очень здорово, что мы можем одновременно и быть вживую, и чувствовать эту энергию всех, всего общества, и в то же время быть онлайн, да, и тоже чувствовать энергию. Для энергии расстояний нет. Сегодня мы хотим поговорить о мироздании, о таком всеобъемлющей энергии Вселенной с эзотерической точки зрения, прочувствовать вот эту энергию Вселенной. И самое главное, первый закон Вселенной, что мы все едины. Мы все чувствуем друг друга, мы все в одном пространстве. И это очень важно. Здорово. Есть вопросы ко мне? Нет? Пока собираемся. Нет? Хорошо. Здорово.